Ребята, всем привет. Продолжаем охотиться в Америке. Так, кто у нас тут? Колумбиец, что ли? Ну-ка, давайте попробуем его приманить. Опа, Миша, Миша. Миша. Мишу надо брать. Самец. Фонарь вообще тут не на месте стоит. Да ё-моё, какой изучить след? Так, давайте посмотрим, где он там. Самку будем, если что, брать с лука. Ой, это самец. Хорошо, отлично. Вот он, Мишка-то был. Блин. Как же так-то? Кстати, вот этот вот, это вот была медведица, я прям вот уверен на 100%. Да убери ты. А, потому что вот здесь вот она уже не первый раз, прямо вот у нее здесь тропа идет, она проходит. А вот тот, который орал, самец. Ага, да-да, мы тебя слышим. Вот. Ну тут прямо с утра. Так, я не понял, что у меня так... Почему такая видимость-то? Что за хрень? Так, ну-ка. Магазин... Нет, рюкзак. Давайте бинокль посмотрим. Я не знаю, что у меня с биноклем. Магазин. Быстро, быстро, быстро. Так, оптика. Дай-ка я вот эту вот штукенцию куплю. Да. Да. Рюкзак. Быстро принесем ее сюда. И тут пока назад. Что-то он сломался, что ли? Не знаю. Так. Оптика. Сюда. Ну-ка. Да, нет, тоже... Да, ё-моё. То ли потому, что я из палатки, что ли, смотрю, типа... Не поймешь. Так, ну где у нас там Миша-то? Все? Не придут, что ли? Самца я так и не видел, а вот самочка... А ну-ка. Ну да, это получается из-за палатки. Такая хрень, как будто там стекло, блядь, вставлено. Там нет ничего. Так, куда у нас медведица-то? Все утопало. С концами, что ли? А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот она. 120 метров. Так, 120.
Есть. Нет? Я не понял, есть или нет? Да. Есть. Так, она, значит, выслеживала нашего хромого этого, да? Ягненка. Высматривал, где он тарет, блин. Неплохо. Серебро. Кстати, вот сюда можно запрыгнуть. Я сюда запрыгивал с квадроцикла. И можно как это, да? Как вышку использовать уже. Так, ребята, вон у нас самочка. Сколько до нее? 150, да? Ну да. Давайте попробуем ее взять. Где это там? Да ё-моё. Давайте ляжем. Так, надо, чтобы она вышла из кустов. Отлично. Он да убери этот прицел. Так. Что ж. Неплохо. Два медведя, да, оба разные. Черненькие. Это какой-то рыжий даже. Сейчас посмотрим. Так, в общем, черный медведь, это у нас самец. Самец. Остался стоять, блин. Мех у него, конечно, классный. Прям вообще блестит. Прямо классный. Серебро. А, за состояние. Чем мы там печень пробили? Печень пробили. Так, тогда пойдем посмотрим самку. Зона потребности. Здесь, наверное, так, это олени у нас. Интересно. Олень Рузвельта. Три штуки. Да. Опа. Так, я не вижу так ни хрена. Давайте встанем чуть-чуть. Надо брать тоже. Сегодня прям какой-то медвежий день у нас. Два медведя сразу. Так, ну-ка давай посмотрим. И где-то там в елочках стоит где-нибудь, спрятался. Высматривает. Сейчас еще, не дай бог, обходить начнет. Они же такие хитрые, они начинают обходить, блин. Ну-ка. Не видно пока. Надо вот сюда на склон выдвинуться. Чуть-чуть вот сюда вот. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Да где-то там есть, вроде бы. Ну вообще просто. Трех медведей за утро взять, это просто везуха какая-то. Потому что сразу в одном месте три медведя. Супер, супер. У меня такого еще не было никогда. Чтоб три медведя прямо. Прям вообще удачное место здесь. Здесь очень много зверья всегда на этом склоне. Вот сейчас покажу на карте, где это. Вот.
вот на границе, можно сказать, Нордена и Кэмберна, да, получается, Келберн, что-то такое. Получается, вот здесь вот, на границе. Тут доситка стоит, вот. Да. Я палатку специально здесь поставил, потому что давно это место нашел. Очень хорошее место. Тоже неплохая у него шкура такая, прикольная. Окрас цветной такой вообще. Самочка, да? Может быть, нам фартанет, и мы четвертого возьмем. Ну, что-то еще есть. Так, все, убирай, хорош. Дудеть. Так, а вот это я даже и не смотрел. Да, самочка. Ну, давай тебя сегодня, что-то я не знаю, прямо... Тоже самка. Тоже самка. Право легкое. Так, наверное, вернусь я сейчас к засидке. Возможно, сейчас квадроцикл там поставлю и с него залезу на крышу. Чтоб у нас было прям как вышка. Чтоб не как засидка, а как вышка, потому что ну там не все видно с этой засидки. Так, я правильно иду-то? Да, вон туда. Так, ребята, тут у нас самец гуляет. Хотел я квадрик подогнать к засидке, но он сейчас убежит, надо его брать. Сейчас подождем, встанет он, не встанет. Нет, не хочет он вставать. И он уходит, да? Ладно. Сейчас убежит, наверное, да? Ну, мы сейчас быстренько. Вот сюда вот сейчас подъедем. Все, глуши, глуши. Так, давайте посмотрим. Разбежались, наверное, да, все у нас. И хорош ты еще. Да ё-моё. Так, ребята, запоминайте, как это делается. Вообще удачная штука здесь. Место, точнее, удачное очень здесь. Удобно, вот как вышкабно получается. Сейчас манками поработаем. Возможно, тут рузвельты появятся, там лоси. Подождем немножко. Ну что, здесь, в общем, что-то полежал я здесь, поманил, нет, никто не идет. Думаю, сейчас туда идти, в ту сторону. Вдоль водоема, там, по этим тростникам, камышам. Там все равно всякие куча водопоев будет. Так что идем туда. Вадрик оставляем. Он нам нужен был. Встань, во. Вот так вот, чтоб залезть только сюда. Все, дальше мы его не берем. Идем, в общем, туда. В принципе, неплохо. Три медведя сразу за буквально за первые там 5 минут. Это вообще супер. Видать, я их здесь всех перестрелял, потому что больше нету в этой области. Ладно, сейчас
прогуляемся туда и посмотрим. Так, ребята, нашел я тут у воды зону потребности, да, получается, зайцев. Да, 5 штук их тут. Но я с собой винтовку не брал на зайцев, поэтому не вижу смысла их тут лупить с этих мощных винтовок. Еще и заметил то, что медведи вообще вот так вот очень слабенькие на раны. В отличие от тех же каких-нибудь Рузвельтов. Что они быстро ложатся прям так. Опа. Угу. Но мы не будем туда сейчас идти и стрелять, там их потом. О, здесь еще вон оно что. 500. Полкилометра, да, и стадо Рузвельтов. Ух ты, смотрите. Два самца лося. Четвертая категория. И... Ну-ка. Тоже четверка, наверное. А вот это вот место хорошее. Лосей надо попробовать взять. Рога у них хорошие. Прямо место тоже такое, смотрю. Вон с утра все на водопой бегут. Койоты там, он что-то... Еще лось. Но это... Не очень. Хотя просто вот к водопою спустился сюда, ну да, вот с горы-то. И что мы наблюдаем сразу, да, тут и лоси. Тоже четверочка. До полутонны. А этот... Но они одинаковые, близнецы стоят. Так, что же у нас получается? Блин, вот плохо то, что мы сейчас... Это сколько до них? До них все равно далековато, в любом случае. Сейчас будем идти вдоль берега, только по кустам. Ветер будет на них, но я надеюсь, они нас не почувствуют на такую дистанцию. Так что выдвигаемся. Надо лосей брать. Ребята, тут зайцы бегают. Вот они. Попробую сейчас с лука забрать его. Зараза, блин. Они скоростные, блин. Их моторчики там что ли стоят. Ладно. Я просто прикололся с ними. Они тут вышли на меня. Так, моя задача — это лоси. Это лоси. Так, надо еще ближе подходить. Вот сюда, в эту траву. Ну, кстати, ветер сменился. Так что продолжаю идти. Так, ребята, тут где-то опять зайцы. Они возвращаются. Ага, попробую сейчас взять из лука. Чтоб не шуметь. Ну, так, для интереса. Попасть будет вообще сложно. Обходит. Так, я надеюсь, этот на меня выйдет. Да. Нет, тоже там идет. Блин, они низкие, он прошел тоже. Куда? Убери. Ладно, да убери ты, ё-моё. Значит, не судьба. Так, ребята, крадусь на более выгодную дистанцию. Хочу метров на 150 подойти. И, кстати, вот крайний самец... Стоит вообще прям шикарно, боком. Сейчас надо вот эти вот камыши пройти. Будет, в принципе, нормально. В общем, ребята, тот самец, который вот тут стоял,
Оказывается, пока я крался, он пожрал и ушел, блин. Будем брать вот этого. Я надеюсь, все будет нормально. Так, сейчас подсветочку еще раз сделаем, чтобы... Ну, убери. Отлично. Так, ну все, идем смотреть. Посмотрим. Тут я, наверное, вряд ли пройду. Можно попробовать. Да не, нормально. Так, вон наш лосись, что лежит. Сейчас посмотрим, что там. Ну, неплохой, неплохой. Четверочка все-таки. Какой крас. Там самка орет, бегает. Эх, блин, хотел я посмотреть. На золото, кстати говоря. На золото. Да, вот, нормально. Вообще отлично. Хороший прям вообще. Так, не знаю, наверное, можно вернуться на место туда, на поляну на эту, подождать, возможно, второй, или проследовать за вторым лосем. Я, в принципе, знаю, куда он пошел. Он пошел вдоль берега. Можно попробовать за ним пройтись. Возможно, мы его догоним еще. Так, ребята, значит, по ту сторону у нас самка лося есть, которая тоже там отдыхает. А чуть правее от нее тоже самец лось есть, но он двоечка, поэтому не вижу смысла на него отвлекаться. Надо найти второго лося, который здесь тоже жрал. Вот он, скорее всего. Да, вот он. Быстрый шаг. Ладно, пойду за ним. Пройду, посмотрим, что там будет. В общем, ребята, продолжаю идти за самцом. Он идет вдоль пока водоема здесь, по берегу. Стараюсь местами не шуметь. Потому что лоси такого уровня, они очень осторожные. Ну и плюс-минус в том, что я иду по ветру за ним прямо. Он меня будет чувствовать. Поэтому надо очень осторожно за ним идти. Но опять же, мне нужен простор. Если вот будет впереди простор, тогда хорошо. Где он может остановиться, и я тогда смогу увидеть его. Эх, не успел я. В общем, преследую. Вышел я тут на просторы. Лося пока я не догнал. Тут вот есть самка лося. А там вот у нас Рузвельты. Этот хороший Рузвельт-то. Четверочка на полтонны почти. Ой, даже не знаю. Хочется догнать самца. Он пошел в ту сторону. Через вот эту вот прогалину. Туда куда-то. Не знаю, как далеко он будет идти. Койот. Так, а что у нас там по карте получается? Значит, он идет
куда-то сюда, да? Ну, скорее всего, это белохвостик. А тут у меня неизведано. Ну, пойду за лосем. Все-таки хочу его взять. Встань. Вот. Так, блин, где след потерял? А почему мне показывает? Да что за херня? Я же за лосем шел. Это не тот. Так, ребята, сейчас я найду след, к которому шел. Ребята, вышел на меня самец, но это не тот самец, которого я преследовал. Ну, давайте возьмем его. Это не тот самец. Так, это не его следы. Опять я потерял след. Так, сейчас найти надо будет след самца здесь. Нет, это тоже не его. Вот этот самец, который с четвертой категории, он очень мало следов оставляет почему-то, не знаю. А, вот он туда он пошел. Давайте здесь не то. Точку поставим. Вот так вот. Давайте посмотрим, что это за самец. Ну, это двоечка, естественно. Каково попадание было? Что-то не очень попадание, судя по всему. Даже не знаю, если сейчас так еще и дальше будет, то, наверное, не буду его преследовать. Потому что... Рузвельта... Не, ну неохота мне стрелять больше, потому что... И так подранок вот есть. По-хорошему надо его добирать идти, но... Вот опять следы... Следы как-то теряются. Вот опять след только сюда, а который туда с кровью непонятно. Ага, вот он. Посмотрим, что здесь. Ну нет, он, в общем, ранение легкое, видать. Он в лопатку куда-нибудь упал, пришло. Давайте просто посмотрим. Троечка, вот эта четверочка, вот это вообще хороший. Не, можно, конечно, попробовать вот этого взять, а потом вернуться. Сколько-то 124 метра. Ну, давайте попробуем взять его. Так, 150. Возьмем трофейчик, ну там по-любому серебро. И сейчас вернусь тогда за тем лосем, попробую его все-таки вытропить. Так, ну-ка, травушку уберем. Хороший самец. Прям шикарный.
Ну, давайте посмотрим. Тоже золото, ничего себе. Ничего себе, 900 аж 39. Мне кажется, еще бы чуть-чуть бы, да, вот, а что тут чуть-чуть, вот, до бриллианта не хватило, да, наверное. Я не знаю, сколько там бриллианта, но я думал, с 900 уже бриллианты дают, а тут, оказывается, еще золото пока. Шикарное, два золота. Как в спорте, два золота взяли. Так, ребят, у нас здесь самка лося. Эх, блин. Мазила. Предупреждает. Ну, давайте мы ее предупредим. Вот так вот. О. Обменялись предупреждениями. Все, посмотрим. Идет. В общем, самец, не знаю, я его следы здесь потерял, здесь две самки, они... Да тихо ты. Убери, убери его. Да убери ты. Слышь. Что за... О, убери. Ну, смертельное попадание, естественно. Кто это там бегает? А, это та самка вторая, которая вот здесь вот оббежала. Походу, она уже там он бегает. Где она? Так, зона потребности. Это лоси здесь, что ли? Ну, понятно. Это зайцы здесь. Забегайте. Так, вон туда пошла. Свет 50. Блин, жалко того золотого самца второго. Не смог я его догнать. Он вслед все время терялся. Я несколько раз возвращался, заново искал. Вон он лежит. А так было бы неплохо взять и второго самца. Можно, конечно, попробовать самочку вот эту еще взять. Давайте попробуем. Да-да-да. Мы тебя тоже вот предупреждаем. Да убери ты, ё-моё. Какие-то баги какие-то начались. Так, ну чё, выйдет она к нам, нет? Давайте. Еще разок. Так, ребята, на нас самец выходит. Вот он, по-моему, четверочка, который я искал. Должен быть он, вроде по рогам. Здоровый был.
Самое главное, чтобы ранение, блин. Ранение, к сожалению, не очень, да? Ну, будем надеяться, что он далеко не уйдет. Да блин. Да ё-моё. Заглючило, ребята. Заглючило, блин, лук заглючил. В общем, ладно. Всем, кто смотрел, спасибо. Неплохо сегодня постреляли. Пускай эта самка бежит. Ну, до новых встреч, пока.